для СО главного боя вечера. Время для напряженного поединка по правилам Combat Pro. Русскоговорящий боец из Франции и опасный адепт Muay Thai из Бангкока пообщаются без переводчика на языке локтей и коленей. В синем углу клетки приветствуйте бойца с родины тайского бокса. Kong Thai, а не Muay Thai! Яркая часть международной поединки турнира IPFC-6 по правилам Combat Pro. Никакой борьбы, только стойка, только ударка. И из королевства Таиланд. Kong Thai, а не Muay Thai. Профессиональный рекорд 93 боя, 76 из них победы. Я уже поздоровался по-тайски и думаю, сейчас внушительная армия зрителей следит за нашей трансляцией, за этим поединком, как раз из королевства Таиланд, и будет болеть за своего бойца, за представителя этой страны. А теперь настал черед приветствовать бойца красного угла из Франции, Антар Кассен. Ну и, конечно же, мы говорим «Bienvenue à Vladivostok, c'est le championnat international de combat professionnel. La Ligue BFC salue les spectateurs de France et d'autres pays. Nous attendons du vainqueur du Grand Prix du championnat du monde du Muay Thai Omar Sam de France contre Andrei Machinelin de Russe et Kong Thai Ani Muay Thai de Thaïlande contre Antar Kassem de France. Русскоязычный представитель Франции, родом из Белоруссии, Антар Кассем, тоже с ярким послужным рекордом. 53 боя, представитель команды «Навсека», чемпион Европы по самой жесткой версии кикбоксинга К1. Синий угол клетки за бойцом из королевства Таиланд. Его рост 176 сантиметров, вес 64 килограмма и 600 граммов. В свои 24 года он провел 93 боя, в числе которых 76 побед и 17 поражений. В 2020 году он стал чемпионом стадиона «Омной» и завоевал кубок Исудзу, став лучшим бойцом Muay Thai в своей стране. Представляет клуб «Кит Хамтрон», город Бангкок, «Kong Thai, а не Muay Thai». Напротив него, в красном углу клетки, французский боец, родом из города Гродно, Республики Беларусь. Ему 23 года, его вес 65 с четвертью килограммов, рост 183 сантиметра. 43 победы, 8 поражений и 2 ничьи составляют его рекорд. Перед вами чемпион Европы по кикбоксингу в разделе K1 из команды Nasser K. Это Антар Кассем! Рефери СО главного боя Александр Кисткин. Внимательно слушай мою команду. Пожали руки. Оба. Итак, Combat Pro, дорогие друзья. Ladies and gentlemen, this is the international part of the IPFC 6 tournament. Combat Pro rules. Первый раунд. Первый раунд боя по правилам Combat Pro. Итак, у нас чемпион Европы по
K1, K1 жесткой дисциплине кикбоксинга и родоначальник, представитель муай-тай, тайского бокса. Так, удар ногой, хай-кик, сбивает Конклая с ног, но не так он прост. Поднимается, продолжает бой. Резко идет в атаку. Француз белорусского происхождения. Мощная, мощная серия. Так. Пошатывается. Но арбитру нужно, рефери, принимать сейчас решение. Антар Касем. Просто молниеносен. Серия ударов, все, нет. Не может продолжать бой. Я думаю, что Конклай — это очень серьезные удары обрушивает на него Антар Касем. Неужели продолжение? Нет, все, все, конечно же, это остановка. Как бы не был силен, не был вынослив спортсмен из Таиланда. На первой минуте 26 секунде первого раунда нокаутом свою 44-ю победу одержал Антар Касем, красный угол. Антар, я думаю, людям во Владивостоке, с которым ты прилетел за, предполагаю, 11 тысяч километров, это твой первый бой в России. Какие ощущения, как бой, что есть что сказать всем, кто пришел сюда поболеть? Здравствуйте всем. Я хотел сказать спасибо за приглашение. Это было первый раз у меня в России. Бой прошел, как я думал. Я хотел всю жизнь увидеть, чтобы выиграть сразу, быстро. И надеюсь, что не последний раз, что буду здесь на этот турнир боксировать. В следующий раз еще с лучшими соперниками. И посмотрим. Спасибо вам всем. Да, для тех, кто будет смотреть твой быстрый, красивый бой во Франции, несколько слов для твоей аудитории. Merci à tous ceux qui regardent mon combat en France et au prochain combat. Наши поздравления!